получилось, что на протяжении всех этих 6 лет мы с Андреем Хакимовым пробегали немало времени по университету, снимаем много видеоматериалов про военмех. Вы, наверное, видели все эти фильмы, которые мы сняли. Это все сняли мы с тем, с участием наших ребят. Конечно, ребята и на первом курсе попадали в кадр объектива, и на четвертом, и на третьем, и на пятом. Мы в каждый курс пытались их снять. И сейчас, если вы заглянете в глаза выпускников, то вы можете увидеть что-то отличное от пустоты, которая была у них на первом курсе. Я, конечно, немного утрирую, но за 5,5 лет, проучившись здесь, мы получили колоссальный багаж знаний и жизненного опыта. Перед вами уже стоят не мальчики, а мужчины. Наш путь был тернист, но, как говорится, через тернии к звездам. И эти звезды сейчас на наших погонах. Мы бы сегодня здесь не стояли, если бы не наши офицеры и не профессорско-преподавательский состав. Я очень горд, что я весь жизненный опыт и все знания получил от наших офицеров. Я горд, что получал знания от наших преподавателей кафедры А1, от одного имени которого дрожали все студенты даже в советское время. Не то что мы. И я уверен, эти выпускники знают свое предназначение, они лейтенанты, инженеры, и не уверяю вас, но мы не дискредитируем знания наших преподавателей и нашего университета. И самая главная благодарность, которую я бы хотел сказать, это тем людям, которые поднимали наши руки, когда они опускались. Кто воспитывал нас и наставлял на протяжении всей жизни, любимые наши родители. Мы делаем этот шаг в новую, неизведанную нам жизнь благодаря вам и под вашим чутким руководством. Что терпели мое руководство. Артем, именно это частое слово было из моих уст. И я представляю, как его лицо всегда было в недоумении, когда я его пытался призывать. Оно и сейчас такое. Как я буду без этого, не знаю. Спасибо вам большое, люблю каждого из вас и в отдельности. Уважаемые лейтенанты, легкой вам службы. Поздравляю!